Добрый вечер, друзья. Кто меня не знает, меня зовут Тимур Зимин. Сейчас мы находимся на Красной Поляне и делаем обзор продукции компании Никстер, нового бренда. Он появился с 2016 года. И сегодня мы поговорим о защите. Раздевайтесь, мадемуазель. Первое, о чем пойдет речь, это full body или вот такой вот жилет, который позволяет вам получать по минимуму травм. Из основных особенностей накладки, в отличие от бюджетных аналогов, сделаны не из полипропилена, а из полиамида. Полиамид замерзает при минус 30, полипропилен при минус 5. Соответственно, при падении на локти и на плечи меньше риск сломать, собственно, этот пластик, он живет дольше. Масса настроек. Можно отрегулировать положение плечей относительно тела. Предплечья можно подзатянуть так, чтобы они сидели плотнее и не гуляли в разные стороны. Бицухи тоже у всех разные. Можно подзатянуть, можно ослабить. Вот. Здесь точно такая же регулировка. Можно расширить положение. Кто широкоплечий, кто узкоплечий. Сама спина состоит из нескольких полиамидных сегментов. Они идут не в стык, не плотно, то есть позволяют крутиться. И нижний сегмент, он стоит на шарнире. Соответственно, райдер может наклоняться влево-вправо. Нижняя часть зафиксирована ремнем и никуда не уходит в сторону. Соответственно, при катании вы практически не ощущаете на себе. Я тоже в ней катаюсь. Вот сегодня был очень жаркий день. Про нее реально через 5 минут забываешь. Вот. Данная защита прекрасно сочетается с шортами Никстер. Все в желтеньких тонах. Вот. Резиночка и сами накладки желтого цвета сочетаются с цветами верхней части. Отличительной особенностью этих шорт будет вставка под ягодицы. Когда начинающие должны это отметить в большей степени, то есть вот эта часть, она реально толстая. И при легких падениях, именно на задницу, а не на копчик, большинство райдеров начинающих получают все-таки удар, задница синяя болит. В данном случае все будет гораздо мягче и меньше неприятных ощущений у вас будет после первых дней катания. Ну и, соответственно, можно пару слов про колени сказать. Колени называются Double Dragon. Название идет неспроста. Во-первых, они могут одеваться двумя способами, как носок натягиваться, а могут прямо на штаны одеваться и затягиваться липучками. Помимо этого, есть люди, которые любят штаны поуже и катаются вообще без защиты. Вот чтобы этого не было, можно снимать эту накладку, она остается мягкой. Можно опять же вставать на ледяную поверхность и не бояться, что колено будет ударено. Вот. Если чувствуете, что сейчас будете бомбить и есть риск разбить колено, просто приклеиваете на липучку и катаетесь так. Можно я вас побью? Прямо на видеокамеру. Очень жаль. Собственно, спасибо, что уделили внимание. Надеюсь, вам понравится эта продукция. Вы можете купить их в куче магазинов по всей стране. Счастливо, пока.